vysoko ctený pán Anatolij Eduardovič Junický a jeho spolupracovníci zo skupiny Skývaj. Словацкая премия мира – это фактически первое международное признание того, что я делаю, программы Skyway. Честно говоря, я не живу в прошлом, но надоело слушать эти вопли в течение 40 лет, что я там то шпион, то преступник. Слышать об уголовных делах, которые заводят против меня. Почти десяток раз, когда мне отнимали все до нуля, и надо было снова подниматься. Я не живу этим. И по большому счету не имею зла на тех, кто это делал. Потому что это была, собственно, тренировка. И спасибо за это обучение. За обучение надо платить. Да? Ну, это просто иногда устаешь от этого, надоедает. И это фактически вот сейчас первое признание международное. Вот, правильности того, что я делаю. Поэтому премия, вот Словацкая премия мира для меня очень важна. Именно вот, в первую очередь, с этих позиций. И это сделала дружественная нам страна Словакия. Это не у меня на родине. У меня на родине отношение совсем другое. И от чиновников, и от прессы, в первую очередь, желтая пресса, так? А здесь вот та теплота, с которой я был здесь принят, эти вот улыбки, пожелания, развитие, движение вперед, ну, для меня это очень, очень важно. Потому что то, что я делаю, то, что мы делаем, а у меня уже минимум миллион, наверное, партнеров, это участников, среди них там сотни тысяч инвесторов. И мы как раз продвигаем идеологию мира на планете Земля. Давайте жить мирно. Давайте делать общие дела. В интересах всех людей, а не отдельных стран. Тот мир, который существует, который создан, это фактически создана цивилизация потребления. Потребляй как можно больше за счет соседей. Если надо, отними. Если надо, убей и забери у него. При этом все пути достижения целей приемлемы. И главная цель любой компании – это требование законодательства и за основные технологии тоже. Это записано в уставе – получение прибыли. Если у всех организаций будет главная цель – получение прибыли, то то, что происходит, только будет дальше усугубляться. Ничего хорошего не будет. Потому что неправильно у большинства людей миропонимание неверное, непонимание будущего. И, к сожалению, если взять конституцию любой страны, любой, там о планете, о цивилизации ни слова. Есть только локальные интересы вот нашего народа, нашей страны, нашей маленькой территории. Ну, у кого-то и большая территория, как у России. И плевать, собственно, на соседей, плевать на эту планету. Понимаете? И вот пока вот эти интересы будут преобладать, ничего хорошего не будет. Вот только хуже. Но у нас другая программа, другое понимание. И я уверен, что вот наше понимание придет и к другим. И тогда ситуация на планете изменится. Можно сесть за стол переговоров, можно обозначить общие цели и задачи. Найти пути решения. И я давно показал, еще более 30 лет назад, в своих публикациях, и в монографии, и вот конференции, которую я организовал, это был 1988 год, по проблемам неракетно-освоения космоса, что общепланетарное транспортное средство – это единственное решение, единственное, которое позволяет, исходя из законов физики, вынести индустрию в космос. А именно интерес индустрии, ну это же общество потребления, поэтому надо как можно больше производить, как можно больше потреблять. И это делается с помощью индустрии. И пока будет индустрия развиваться в одной нише, как и биосфера, то индустрия убьет биосферу и человека. То свои
дитя индустрии убьет своих родителей, человечество. И только разделив пространство, во времени разделить нельзя, мы должны существовать в одно время с индустрией. А пространство мы можем их разделить. Есть ближний космос, мы можем туда спокойно вынести все это. И пусть наша индустрия нас и обслуживает. И это способно сделать только общепланетарное транспортное средство, которое может выводить за один рейс абсолютно экологически чисто 10 миллионов тонн грузов и до 10 миллионов пассажиров, которые будут там работать и обслуживать эту индустрию в ближний космос. При цене доставки примерно в 10 тысяч раз меньше, чем сегодня с помощью ракетоносителя. И вот те проблемы мира, которые существуют, и те тенденции, которые тоже существуют, я понял то, что цивилизация наша идет в тупик давно, это, наверное, лет 40, даже, может быть, больше лет назад, когда в моде был римский клуб, который показывал, какие векторы развития человечества, и то, что человечество рано или поздно погибло. Я тогда еще задумался, что этого можно избежать, и стал искать пути решения этой проблемы, и даже создавал организации, чтобы осуществить эти планы. Это было в советское время, и когда было разрешено создание альтернативных структур коммерческих, я одним из первых создал в СССР Центр «Звездный мир». Это Центр научно-технического творчества молодежи. Это была альтернатива «Звездным войнам», которую проповедовал тогда США. И поэтому я назвал Центр НТМ, который я создал, «Звездный мир». И тогда я начал привлекать специалистов, ученых, получил на это грант Советского фонда мира, 200 тысяч долларов, разработки аспектов отдельных этой программы КАМИР, где основной задачей было понимание того, что нужно вынести индустрию в космос. И с помощью ракет это сделать нельзя. Это не ракетными способами. Я нашел решение, как это сделать, общепланетарное транспортное средство. И тогда же, в 1989 году, была написана мною программа «ЭКОМИР», где сочетаются два очень важных понятия. Сейчас это все стало острее. Экология, эко, и мир, миропорядок, ЭКОМИР. И еще тогда, это было 30 лет назад, то что программа писалась 1988-1989 годы, она есть у меня на сайте инженера Юницкого, где есть даже структура цивилизации будущего, показано, что есть биомир, это не человек и не человечество, это вся жизнь, которая есть в биосфере, где миллионы видов живых организмов, миллионы. И человек не самый главный в этой биосфере. Если переводить на биологический язык, то это скорее как плесень чашки Петри, которая вот съев все ресурсы, убьет все. Я это еще тогда понял. Поэтому должен быть еще мир разума, хомо-мир. Потому что мы отличаемся, в первую очередь, от животных тем, что у нас есть центр абстрактного мышления вот здесь. И мы способны абстрактно мыслить и способны понимать, прогнозировать будущее. И понимать, куда мы идем, и менять этот вектор, если это путь ведет в тупик. И там же есть в цивилизации будущего еще техномир. Вот три составляющие. Биомир, хомомир и техномир. Вот в программе КАМИР даже описано это. Ну, главная награда, на самом деле, которую я хотел бы это увидеть, то, к чему я иду, увидеть какой-то этап. Сейчас уже тестовые участки реализованы в Беларуси, где 4 типа подвижного состава сертифицированных ездят, работают и достигает тех параметров, о которых я говорил. Но это только начало пути. Да? А в
хотелось бы увидеть миллионы километров струнных дорог на планете Земля, увидеть миллионы спасенных человеческих жизней, которые не погибнут в катастрофах транспортных, увидеть перепаханный асфальт, где будет гумус, который тоже по нашим технологиям будет там размещен, и на этом гумусе, там, где был асфальт, будут расти цветы. И видеть энергетику, промышленность, химическое производство, размещенное не в нашем доме в биосфере планеты Земля, а на орбите. Вот когда я это увижу, вот тогда я буду счастлив.